КЧГУ имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная миссии педагога формирования личности гражданина России. Форум приурочили 200-летию со дня рождения родоначальника научного подхода к педагогике в России, писателя и общественного деятеля Константина Дмитриевича Ушинского. Ахмат Халкечев продолжит тему. Участников конференции от имени руководства университета поприветствовал проректор по учебной работе Мурат Чанкаев. Актуальность повестки подтвердила и широкая география участников. Основная цель форума – обсуждение передовых практик педагогики в деле формирования гражданственности и патриотического воспитания молодежи. Работа в секциях показала, что во многих регионах имеются свои особенности воспитательных практик. Ну а площадка данной научно-практической конференции организована с целью объединить весь имеющийся опыт со всего образовательного пространства огромной страны. Начиная от Москвы, Московской области, то есть охвачена очень широкая география, и мы надеемся, что сможем объединить все эти воспитательные практики для дальнейшей успешной работы нашей. Эти особенности, они хотя и различаются, отдельные воспитательные практики, но и объединяют нас как россиян вот в какое-то единое целое именно на основе семейных традиций, этнокультурных традиций наших народов. Практически все выступавшие подчеркивали важность данной конференции для развития педагогической науки. Участники обращали особое внимание на то, что формирование гражданской позиции и развитие личности каждого российского гражданина являются основными задачами всей современной образовательной системы. Вот это много значит для педагога, хотя я и 42 года в образовании, но с каждым разом я для себя что-то беру, что-то новое. Все-таки обмен опытом, популяризация – это много чего дает в работе, в нашей работе. Сейчас работать в школе не так просто, но мы, педагоги, болеем за наших детей. Мы хотим, чтобы они стали достойными людьми нашей страны, и это наше будущее. Развитие современных и эффективных стратегий без опоры на традиции и уникальный потенциал российской педагогической науки невозможно. Ну а поиски этих точек опоры и обращают нас к изысканиям родоначальника научного подхода в отечественной педагогике Константина Дмитриевича Ушинского. Подчеркнула в своем выступлении один из главных организаторов научного форума и его идейный вдохновитель, декан педагогического факультета Алина Узденова. В форуме помимо представителей научной сферы приняли участие работники общеобразовательных организаций, а также школьники и студенты вузов из разных регионов страны. Данная конференция очень важна и актуальна для студенчества нашего университета и со всеми цитатами, утверждениями о национальном, межнациональном и межконфессиональном образовании в России я согласна. Обучение на педагогическом факультете недостаточно без призвания, и я надеюсь, что оно у меня есть. Двухдневная научно-практическая конференция завершилась подведением итогов, где были отмечены наиболее интересные изыскания и предложения. Подведение итогов сопровождалось всеобъемлющими обсуждениями вопросов формирования гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. Ахмат Халкечев, Олег Малхужев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.